Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим куриную голень в молочно-чесночном соусе. Для приготовления нам потребуется 750 грамм куриной голени, это примерно 6 штучек, 6 крупных долек чеснока, это 25 грамм, 200 миллилитров молока, молоко должно быть не менее 3,2% жирности, но чем жирнее, тем лучше. 3 столовые ложки подсолнечного масла, чайная ложка соли, пол чайной ложки мускатного ореха, но если мускатного ореха нет, его можно и не добавлять. Смесь перцев, примерно 1/3 чайной ложки. Итак, к курице добавляем соль и мускатный орех, смесь перцев или черный молотый перец. Аккуратно все перемешиваем, чтобы специи и соль распределились по всей курице. В чашу мультиварки наливаем масло. Выбираем режим жарко, ждем, когда масло нагреется и прозвучит звуковой сигнал. Мультиварка нагрелась, выкладываем курицу. Жарим курицу при открытой крышке. Прошло 9 минут, переворачиваем ножки на другую сторону. Обжариваем ножки со второй стороны. За минуту до окончания программы жарки добавляем измельченный чеснок. Чеснок лучше измельчить через пресс или натереть на мелкой терке. И прижариваем его вместе с курицей. Как только программа жарка окончилась, добавляем молоко. Молоко у меня комнатной температуры. Слегка перемешиваем курицу, чтобы чеснок и молоко пропитали каждую ножку. Так как молоко даже при небольшом бурлении может подниматься высоко, сверху устанавливаем корзину пароварки и закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения 30 минут. Время истекло. Вот такая курица получилась. Какая же она ароматная. Курица получается нежной, сочной и очень ароматной. Второй рецепт. Мы приготовим курицу по-еврейски. Для приготовления нам потребуется 600 грамм курицы. Я взяла куриную голень, подойдет любая часть курицы. Крупная луковица у меня весом 260 грамм. 2/3 чайной ложки соли. Чайная ложка приправы для курицы. 1/3 чайной ложки черного молотого перца. 1/4 чайной ложки соды, 2 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло. Сегодня готовлю в мультиварке Red Solution M800. Выбираем режим жарко. Отсчет времени начинается сразу, поэтому ждем 3 минуты, чтобы масло в чаше нагрелось. В разогретое масло отправляем обжариваться мелко порезанный лук. Через 3 минуты с момента жарки добавляем соду. Сода не будет чувствоваться, лук при этом превратится в такую вязкую кашицу благодаря соде. Перемешиваем. Отключаем режим жарко. После того, как перемешали соду, как вы видите, лук еще стал сразу желтым. Он поменял цвет, хотя мы никакую специю не добавляли. В лук добавляем курицу. Я с курицы сняла кожу, но можно использовать курицу вместе с кожей. Осталось добавить соль и специи, перемешать и оставить доготавливаться. Перемешиваем. Ни воду, ни какую-либо другую жидкость больше не добавляем. То есть лук и курица. Закрываем крышку мультиварки. В мультиварках Red готовлю на режиме тушения 40 минут. В других мультиварках можно готовить на режиме мультиповар 110 градусов, тоже 40 минут. Курица готова. Давайте посмотрим, какая она получилась. И сама курица, и подливка получаются очень вкусными. Такая курочка отлично сочетается с любым гарниром. Обязательно попробуйте приготовить ее и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!